когда забил первый гол с Енисеем, вышел в стартовом составе и забил свой первый мяч головой вообще в жизни. Там должен был бежать Залыш, а Залыш сказал, что я побежал, и я забил. Конечно, не передать словами. Был безумно счастлив, и это чувство было со мной целый весь этот вечер. Отец, потому что он меня многому учит. Никогда не врать и всегда, каждый день развиваться. Это самый ценный совет от папы. Да, собаки. Французский бульдог. Ну, на данный момент их 5 вообще сейчас. Ну, не знаю, может, больше будет. Ну, они ими занимаются бабушка и дедушка. Любимая еда – стейк из мяса, из говядины и рис. Мой любимый фильм – это трилогия «Как приручить дракона». Любимым персонажем этой трилогии является дракон Беззубик. Я сходил на третью часть, и она мне нравится своей простотой и дает хорошие эмоции. Когда лгут. Но я вообще сдержанный человек, поэтому ничего особенного не говорю. Как у Флэша с суперскоростью. Ну, чтобы везде успевать. На самом деле нет любимой песни. Я слушаю обычно то, что по настроению. Ну, самая такая классика – это Eminem, наверное. Beautiful. В принципе, мне просто сам ритм нравится в песне, как припев и куплет. Цепочка, которая на мне от отца сделана. Эта цепочка приносит мне удачу, и она является талисманом. Подписывайтесь на наш канал.